Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что сейчас состав команды хозяин. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Геометрически выверенная расстановка игроков на поле. Да, глазами даже можно нарисовать идеальные квадраты. Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что сейчас состав команды хозяин. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Геометрически выверенная расстановка игроков на поле. Да, глазами даже можно нарисовать идеальные квадраты. Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что сейчас состав команды хозяин. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Геометрически выверенная расстановка игроков на поле. Да, глазами даже можно нарисовать идеальные квадраты. Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что сейчас состав команды хозяин. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Геометрически выверенная расстановка игроков на поле. Да, глазами даже можно нарисовать идеальные квадраты. Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что сейчас состав команды хозяин. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Геометрически выверенная расстановка игроков на поле. Да, глазами даже можно нарисовать идеальные квадраты. Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что сейчас состав команды хозяин. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Геометрически выверенная расстановка игроков на поле. Да, глазами даже можно нарисовать идеальные квадраты. Наш матч начинается. Сусо. Гонсало Игуаин. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Амар Колли. Хорошо мяч перехватили в атаке.